прошлом делопроизводитель и помощница одного из руководителей СРФТИ Няоми Фи Елена Кузьмина сегодня с гордостью говорит про себя: «Я секретарь». Работая в администрации города около года, она давно определила, что самое сложное в этой легкой с виду профессии. Тут многостаночность, потому что приходится иногда выполнять несколько дел одновременно. Иногда бывает, что у меня весь компьютер завешен какими-то стиками, что надо сделать вот вначале вот это, потом вот это, потом вот это. Еще ответить на звонок, еще завести какой-то документ, еще скоординировать руководителя. И вот какая-то вот такая многостаночность, наверное, самая сложная. А так, в принципе, работа интересная. По мнению Елены, в современном мире о секретарях сложилось неверное мнение, взятое из советского прошлого. Кофе и чай она и ее коллеги своим руководителям не носят, а межличностные отношения строятся на уважении и профессионализме. Основная задача современного секретаря – сделать работу руководителя более эффективной и многозадачной. Секретарь должен быть, наверное, хорошо выглядеть. Всегда должно быть, наверное, хорошее настроение, несмотря на то, какие у тебя проблемы дома. Проблемы дома остаются дома. Здесь должна быть всегда улыбка, пусть плюс приветливость. Елена Кузьмина подчеркивает, секретарь – это лицо, фигурально выражаясь, того кабинета, в который идут посетители. За год работы для себя она вывела 3 золотых правила. Ну, первое, наверное, правило – это вежливость. Второе, наверное, это трудолюбие. И третье, наверное, это коммуникабельность. В профессиональный праздник, пусть и неофициально, девушка пожелала всем своим коллегам быть на высоте. А тем, кто только собирается вступить на этот непростой путь, не бояться и действовать. Быть секретарем сложно, но интересно. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей СРФ 24.